вами Маша и добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы с вами поговорим об уходовой косметике для взрослых и детей. А именно это будет уход за полостью рта бренда Splat. Оставайтесь со мной и не переключайтесь, кому интересна эта тема. И давайте все-таки начнем, наверное, со взрослых. И я вам сегодня расскажу о новой линейке у Splat. Это серия Innova, специально разработанная для чувствительных зубов. Первая паста из серии Innova, она так и называется Innova. Это восстановление эмали и здоровых десен. Хочется отметить, это состав этой зубной пасты. Это экстракт косточек винограда, который эффективно защищает от кариеса, инновационный фермент Таноси, бережно осветляющий, экстракт нима, бадена, шлемника и стевии, который заботится о здоровье десен. Далее, что хочется выделить, это консистенцию зубной пасты, потому что она очень-очень плотная, очень, скажем так, густая, и за счет того, что она такая густая, идет просто невероятная экономия. Я использовала все продукты Splat на протяжении 2 недель, и утром, и вечером, разумеется, и вы посмотрите, у меня здесь израсходовалось, очень мало, в принципе, зубной пасты, только треть. И это очень-очень круто, потому что, вы знаете, я за экономичность всегда и за бюджет в семье, поэтому это круто. Далее хочется отметить, это привкус данной пасты. Скажу честно, что к нему нужно привыкать, потому что я всегда пользовалась менее такими ядерными пастами. Это, знаете, за счет того, что у нее в составе вот все вот эти экстракты, она очень-очень мятная, и плюс травяная, и это очень-очень ощущается, на самом деле, это круто, потому что освежает дыхание просто потрясающе, но вот этот привкус, к нему надо привыкать. Я привыкала на протяжении 2 дней, потому что для меня поначалу показалось это слишком ядерным, и жутко щипало язык, потому что я не привыкла к настолько мятным пастам. А дальше хочу сказать, что эта паста не как остальные пасты, она не пенится так сильно, как другие. Она больше направлена именно на лечебное действие, и поэтому, я думаю, она не настолько сильно пенящаяся. Когда я привыкла к вкусовым ощущениям, то это было просто фантастика, и мне она очень-очень нравится, потому что я недавно делала зубы себе, у меня пломба вставлена была, и у меня были очень чувствительные зубы, особенно в том месте, где делали зуб, и мне, естественно, делали анестезию, и у меня была чувствительность очень высокая, и я ощущала горячую воду, я ощущала холодную воду, перепады температуры. Я вам скажу честно, что через день после того, как я стала использовать эту зубную пасту, у меня пропала чувствительность зубов, честно вам скажу, особенно там, где у меня пломба стоит, там, где я очень хорошо ощущала перепады температуры, у меня пропала чувствительность. Но в том плане, что я забыла, что у меня там пломба, я забыла, что у меня зуб был чувствительный, и я просто реально наслаждалась горячим кофе, наслаждалась холодным кофе. Так что реально это очень круто, потому что она очень заботится хорошо о зубах. Далее момент скажу, что у меня такая бывает проблема, как кровоточивость десен. Эта паста устранила опять-таки эту проблему, и я забыла о ней. Так что если у вас чувствительные зубки, вы хотите их подлечить, ухаживать за ними, то я вам настоятельно рекомендую, попробуйте вот эту серию Splat Innova, она действительно будет для вас. Вот я для себя лично поняла, что у меня реально чувствительные зубы, и мне нужен именно такой уход, который направлен на лечение. Дальше хочу сказать, тоже из серии Innova, это вот такая зубная щетка. Также она называется Innova Sensitive. Это у меня зубная щетка для чувствительных зубов с ионами серебра. Вот такая вот прозрачно-желтая. Соответственно, я ее использовала вместе с зубной пастой. Знаете, когда я ее открыла и пощупала первым делом, я очень испугалась, потому что обычно у меня зубные щетки более мягкие, а это мне показалось несколько более жесткой. Но, как оказалось, когда я стала использовать в первый же день эту зубную щетку, я совершенно не почувствовала того, что она немного более жестче, чем у меня были. Также, кстати, зубные щетки от Splat. И мне реально понравилось то, что вот здесь есть нескользящая поверхность, которая совершенно не скользит в руке при намокании. Также большой плюс у этой щетки, это то, что у нее есть ионы серебра, которые будут защищать ваши зубки от размножения бактерий и которые будут
предотвращать их появление. И уже все-таки потом при использовании щетки я поняла все-таки вот этот вот плюс ультратонких мелких щетинок у этой зубной щетки, потому что очень деликатное очищение, очень бережное, и я совершенно не чувствовала того, что она более жесткая, чем были у меня до этого. Так что реально я тоже порекомендую, мне она очень-очень понравилась. Также она не травмирует десна, не вызывает кровоточивости, так что присмотритесь обязательно, очень крутая. И я думаю, что я теперь перейду именно на вот этот вид зубных щеток Сплат, потому что очень-очень мне понравилось, и буду в дальнейшем ими с удовольствием пользоваться. И следующие продукты, которые я вам расскажу из взрослой серии, это продукт, которым я пользовалась после того, как я чистила зубки утром и вечером. Это вот такой ополаскиватель для полости рта из серии Innova под названием Суспензия жидкая эмаль. Я на самом деле немножко напряглась, когда это прочитала, но мне, как любой девушке, всегда нравится сначала упаковка средства, а потом уже я его тестирую. Конечно же, мне очень понравился голубой вот такой флакончик этого ополаскивателя. И опять-таки повторюсь, я использовала все средства на протяжении 2 недель. И, конечно же, вот эта суспензия у меня пошла на ура. И здесь я использовала, как видите, половину, даже, может быть, чуть больше. Здесь объемчик 220 мл, так что, в принципе, на месяц использования спокойно вам его хватит. И, разумеется, на что я обратила внимание уже после флакончика, это, разумеется, аромат этого средства. Он, знаете, очень похож на аромат зубной пасты Innova, но более, я бы выразила, сладкая мята какая-то, с небольшой ноткой трав. Мне больше понравилась суспензия по вкусу, чем паста. Она более все-таки мягкая, но я была очень шокирована в приятном смысле этого слова и удивлена тем, как действует это средство на полость рта, на зубную эмаль. Вот название «жидкая эмаль», вот это вот 100% попадание, это 100% описание того, что это средство делает зубками. Вы берете, наполняете крышечку этим средством, прополаскиваете в течение буквально минуты. Но, если честно, я всегда меньше полоскала, потому что все-таки по ходу того, как вы полощете рот данным ополаскивателем, все равно начинается жжение на языке, и для меня это было прям очень, знаете, щекотно больше, чем неприятно, поэтому у меня получалось меньше полоскать рот данным продуктом. Но могу сказать, что очень приятные потом ощущения, как будто бы мои зубы покрыли какой-то пленкой, и они были очень гладкие, они были, знаете, вот такое было ощущение, как будто бы вот и паста, и вот эта эмаль, они полностью, скажем так, заполнили какие-то микротрещинки, какие-то неровности в зубках, и получается такая вот пленка, очень приятная пленка на зубах, которая сохраняется в течение дня. Кстати, после использования этого ополаскивателя не стоит употреблять воду в течение хотя бы получаса, иначе эффект пропадет. Так что реально я вам посоветую, от одного применения вы сразу поймете, насколько крутая эта вещь. Ну и теперь давайте перейдем к не менее интересной теме лично для меня. Это к серии для детей, а именно ухода за полостью рта у деток. И давайте начнем по порядку. У меня здесь была вот такая вот продукция, тоже Сплат. Это серия Сплат Бэйби. Она предназначена для деток от 0 до 3 лет. Я вам сразу скажу, что у нас Максим чистит зубки где-то, ну, месяцев с 4, возможно. Может быть, даже раньше, я вам честно скажу, я уже не помню. Но я помню, что поначалу ему это не нравилось. И вот сейчас Максиму год и 8 месяцев, и у него бывает в последнее время такое, что ему совершенно не хочется чистить зубы. У нас были зубные пасты, я вам честно скажу, только Рокс до этого. И они ему уже в последнее время не нравятся, и он отказывался чистить зубы. Я очень рада, что вот эта биоактивная зубная паста Сплат Бэйби, которая с яблоком и бананом, она гипоаллергенная. Она совершенно безопасна, даже если ваш ребенок будет проглатывать зубную пасту, а у нас, в принципе, сейчас ребенок именно так и чистит зубы. Он зубную пасту не умеет еще сплевывать и не умеет полоскать зубки, поэтому он ее в большинстве случаев проглатывает. И давайте я вам расскажу, что в этом наборчике была не только зубная паста, сейчас я вам ее покажу. Вот она, зубная паста, а также была вот такая маленькая щеточка. Вот эта щеточка как раз-таки для деток до года. Мы вот такими щетками чистили зубки Максиму до года и, по-моему, 2 месяца, пока он уже не разрешил нам чистить зубки более взрослой щеткой. Очень крутая вот эта зубная щетка, я вам сейчас ее покажу.
Она выглядит вот так, она одевается на пальчик родителю. Как видите, она полностью силиконовая, очень мягкие щетинки также силиконовые. И ребенку очень удобно чистить зубки, десенки, и совершенно вы их не пораните, и будьте в этом уверены, что все будет хорошо. И, кстати, могу сказать, что ребенку будет нравиться, потому что она очень забавная, она очень приятная, и иногда будет щекотать, так что тоже это очень приятно. Вот, ну, в принципе, удобная щеточка, на пальчик родителю оденется с легкостью. Дальше по поводу хочу сказать зубной пасты. Также отмечу, что мы использовали зубную пасту 2 недели, и Максим у нас с первого же применения очень-очень полюбил эту зубную пасту. Я вам честно скажу, я сама ее попробовала для начала на зуб. Я так всегда делаю, потому что у меня всегда такое правило: сначала я пробую, что это, потом даю ребенку. Поэтому зубные пасты Максима я всегда пробую на зуб сначала сама. Вот, очень вкусная зубная паста, вы уж меня извините, но она реально очень вкусная. Яблоко, банан, и она, знаете, она тоже не сильно так пенится, но очень приятно Максиму у нас чистить зубки, он в восторге, ему очень нравится. Также хочется отметить, что в состав этой пасты входит кальций, эль-аргинин, а также экстракт лакричника. Так что будьте уверены, что это безопасная паста для вашего ребенка. Мы сейчас такими пользуемся и очень-очень довольны. И дальше, что мы попробовали, это была еще одна зубная паста, только теперь из серии Kids. Эта серия уже для деток постарше, от 2 до 6 лет. Но я на самом деле тоже не побоялась дать попробовать Максиму, потому что паста не содержит ни СЛС, никаких вредных веществ. Она тоже гипоаллергенная, и вы можете не бояться, если ребенок у вас ее проглотит, потому что я опять-таки скажу, что сначала я ее попробовала на зуб сама, а потом дала ребенку. Ничего страшного нету, не беспокойтесь. Опять-таки могу сказать, что аллергии никакой не возникло из-за того, что это фруктовые пасты, и в них есть вот такие вот какие-то натуральные добавки. Это зубная паста с фруктовым мороженым. Вы знаете, это какая-то смесь на вкус ванильного мороженого и небольших таких каких-то фруктов. Я даже сама не поняла, если честно, каких, но это очень вкусно, честно скажу, мне понравилось. Также большой восторг у Максима был от этой пасты, потому что она очень вкусненькая. Кстати, могу сказать, что вот именно такие объемчики в 50 и 40 мл у зубных паст для деток — это совершенно нормально, потому что у деток они расходуются медленнее, меньше и, естественно, экономичнее, потому что им нужно очень мало зубной пасты, как вы понимаете, особенно для такого возраста. Также могу сказать, что это у нас зубная паста из серии Kids, еще раз повторюсь, и это тоже биоактивная зубная паста. Она с активным кальцием, с экстрактом лакричника, а также комплексом ферментов. И мне очень нравится также, что вот именно эта паста, она будет предотвращать образование зубного налета, она будет предотвращать появление кариеса, также укреплять десна и зубную эмаль. Не знаю, как по мне, так я считаю, что вот эти вот зубные пасты, которые с фруктиками какими-то, какими-то вот такими добавками для деток, я думаю, что это самое новое. Потому что, вы сами понимаете, деткам нужно что-то такое интересное, чтобы им понравилось, чтобы они не боялись и им хотелось использовать дальше такие средства. Поэтому лично у нас Максим очень любит использовать данные средства, потому что они вкусные. И, конечно же, я вам честно скажу, что немаловажную роль при чистке зубов будет играть сама зубная щетка. У нас, опять-таки, повторюсь, была сначала вот такая зубная щетка, потом мы покупали какие-то щетки Disney, это даже, по-моему, был сплат, я не помню, честно. И теперь у нас появилась вот такая зубная щеточка, бирюзовенькая, яркая, и это у нас тоже сплат Kids серия. Это также зубная щетка, которая предназначена для деток от 2 до 8 аж лет, но, если честно, могу сказать, что у нее достаточно мягкая щетинка, и травмировать десенки и зубки ребенка не будет, даже более младшего возраста. Плюс ко всему, так как она очень яркая, ребенок не боится ее, он наоборот к ней тянется, потому что ему нравится лично у нас все яркое, и что можно пощупать и поиграть. Так что эта зубная щеточка тоже в ходу, ее удобно даже ребеночку просто взять и поиграться с ней, так как он у нас сам еще зубки чистить не умеет, мы ему чистим зубки, поэтому ему очень нравится, очень весело, в такой, знаете, в игровой форме очень удобно, комфортно чистить зубки. И плюс, когда у тебя есть такая крутая зубная паста, которая с фруктовыми вкусами, я считаю, это вообще просто фантастика. Что мне понравилось также в этой зубной щетке, что она так же, как и взрослая щетка из серии In
свиного, в щетинках содержится также ион серебра, что будет действительно очень бережно ухаживать и за десенками, и за зубной эмалью. Еще раз повторюсь, что эта зубная щетка, вы можете не бояться, она совершенно безопасна для деток с молочными зубками. Я раньше не сильно обращала внимание, какими средствами по уходу за полостью рта я пользуюсь, но, как оказалось, в нашей семье и до этих уходовых средств и так были зубные щетки Сплат. Мы периодически покупали черные зубные пасты Сплат, поэтому я очень хорошо знакома с этим брендом, и я вам честно признаюсь, что мне очень нравится этот бренд, особенно черные зубные пасты, это вообще моя любовь, потому что они крутые. Также теперь, как видите, я для себя открыла море других средств, особенно мне очень понравилась зубная паста, но больше восторг у меня, если честно, вызывает вот эта вот жидкая эмаль. Я думаю, что я ее буду еще и еще покупать, потому что мне очень понравился эффект от нее, и я вам настоятельно просто рекомендую хотя бы попробовать один разик ее, и вы убедитесь, насколько она крутая. Так что, надеюсь, вам понравились мои новинки. Ссылочки на продукцию я вам оставлю внизу в инфобоксе, чтобы вы ознакомились, если вам вдруг что-то еще непонятно осталось. Так что, если вам понравилось это видео, вам понравились мои и Максима новинки уходовой косметики, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, не забывайте заходить и подписываться на мой инстаграм. Кстати, под хэштегом SweetieOtzyv у меня очень много отзывов на косметические продукты. Кстати, именно эти продукты тоже будут у меня в инстаграм. Заходите в гости, я думаю, вам понравится. Ну а с вами была Маша, до встречи в новых роликах, пока-пока!